Наступило 19 сентября, завершающий день трехдневного голосования, которое сейчас проходит по всей стране. Жители нашего муниципалитета выбирают депутатов Московской областной думы и Государственной думы. Сейчас мы на участке 1298. Двери только открылись в 8 утра. И одним из первых пришел проголосовать Виктор Пикуль. Традиционно выборы – это особый день, особая дата. Это праздник для всех нас, особенно для людей старшего поколения, которые привыкли быть в авангарде всех общественно-политических событий. Мы голосуем за достойное будущее для наших детей и внуков и за великую Россию. На этом участке голосуют жители части домов по проспекту Ленинского комсомола, также по Бицевскому проезду. Всего более 2300 человек, и на данный момент проголосовало почти 400 избирателей. Избиратели идут активно. Первый день самый активный был. Вчера более спокойный, наверное, меньше людей пришло. Может быть, готовились, кто-то куда-то что свои планы воплощал. Воскресным утром на избирательный участок номер 3636 прибыл заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Николаевич Черников. Народный избранник приехал вместе с семьей. Три дня голосования – это хорошо, это удобно, это для наших жителей очень комфортно. Но все равно есть как бы традиции, впитанные с детства. Поэтому вот по воскресеньям раньше ходил с папой голосовать, теперь мои дети приходят голосовать. Наши люди умные, наши люди грамотные, и наши люди знают так, как им жить. И я думаю, опыт прошлого даст нам основание задуматься о правильном будущем. Очень приятно, что с взрослыми приходят дети. У нас есть небольшие сувениры, значки мы решили выдавать для того, чтобы как-то акцентировать внимание на том, что все-таки это не рядовой день, как бы это день выборов, и не он не один, а их всего три. В четырех видах бюллетеней предельно понятно отображена вся информация о кандидатах и политических партиях. Нужно просто прийти и сделать свой выбор. Напоминаю, что участки работают до 20 часов. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.